В эфире обзор 41-го номера независимой общественно-политической газеты «Кто о чем» за 30 октября 2013 года. ГИБДД накануне начала школьных каникул напоминает водителям о мерах безопасности. Правила продажи алкоголя могут быть изменены. Как правильно называть министров во главе с Медведевым? Нож и право. Взгляд Константина Шитова на события в Бирюлево. Закон о капитальном ремонте жилья прочли первый раз депутаты области. Все, что осталось от Свирлага. В память о репрессированных статья Игоря Иванова. Афиша театра и кино. Программа телевидения. Сканворд. Бесплатные объявления и реклама в свежем номере газеты «Кто о чем».